Магаданцы смогут внести свои предложения по теме совершенствования ЕГЭ. Пожелания будут рассмотрены и проанализированы специалистами Рособернадзора. Такие опросы ежегодно проводятся службой после завершения основного периода единого экзамена. Свои мнения о том, чего не хватает на экзамене, что мешает участникам ЕГЭ и как сделать процедуру более совершенной, можно направлять на электронную почту. ЕГЭ 2020 @обернадзор.gov.ru до 1 сентября.